Павел Николаевич, людей очень сильно взволновал ролик, который мы сняли на поле. Там показано, что большая часть земляники плохо пережила зиму, и теперь вот этих вот высоких урожаев ожидать не приходится. Как изменилась ситуация сейчас? Может быть, какое-то чудо произошло, я не знаю. Ну, в общем, как вы на это смотрите с высоты вот управленца? Я никогда такими грустными наших агрономов не видел за всю свою работу. 25-26 лет я уже ухожу совхозом, ну и до этого всю жизнь работал в совхозе, никогда такого не было, к сожалению. Но это не только касается земляники, хотя для нас это главная культура, это касается и озимых, и травы, которая, к сожалению, ну, скажем так, не развивалась, и поэтому те укосы, которые мы получали в прошлом году, они недостижимы в этом. Вот. Это такая грустная история, значит, которая, к сожалению, пока никак не развивается, то есть не улучшается, потому что видите, какие, все же знают, какая погода. При плюс 8, когда почва прогрелась до плюс 8 градусов, и на улице вот такая вот, ну, скажем так, холодрыга, как у нас говорят, ждать улучшения развития растений, улучшение их состояния невозможно. Просто. Агрономы делают все, что могут, подкармливают, ну, только не ложатся, чтобы растение согреть, это невозможно. Поэтому мы находимся в ситуации борьбы с природой, но, как везде, победа будет за нами. Урожай, конечно, не будет таким большим, как в прошлом году, но все равно я надеюсь, что мы большую часть урожая соберем. Тут же есть еще и другие факторы, которые накладываются. Конечно, отсутствие квалифицированной рабочей силы, да и неквалифицированной тоже, оно тоже влияет на нас. Мы сейчас ищем различные пути, уже проехали все смежные с нами области, чтобы найти наших граждан, работников, которые могли бы приехать на прополку, на посадку. А мы сейчас вот заканчиваем посадку капусты. Это тоже очень такой процесс сложный, к сожалению. Из-за таких погодных условий приходится сажать капусту не прямо в поле, а прямо кусками. Потому что многие части полей, они просто стоят практически заболоченные. То есть вода стоит, такие блюдца на поле. Поэтому этот год очень сложный. Но совхоз имени Ленина, его коллектив преодолеет любые трудности. Я думаю, что урожай у нас будет, ну, скажем так, достойный.